Çok güzel bir restorandayız. Neydi ismi bu? Tugan Avalı. Tugan. Güzel, geleneksel, ailelerin geldiği bir restoran. Ağaçtan, güzel bir ev havasında. Koltuklar falan. Bizim böyle, bunlara bir sedir divan diyorlar bizde. Hı hı. Yemeğimizi de gösterelim. Yemek göstermek çok adetimiz değil ama bekleriz. Türkiye'den geliyorum. Bir girişimciyim. Yaklaşık 20 yıldır. 35 yaşındayım ama 20 yıldır girişimcilik yapıyorum. Ну что ж, перейдём к основной нашей теме. Хочу сказать, что я приехал из Турции. Мне 35 лет. Я являюсь предпринимателем. Несмотря на то, что мне 35, я уже около 20 лет занимаюсь данной деятельностью. İki kez Türkiye'de yılın genç girişimcisi ödülü aldım. Также я получил две премии в Турции касательно развития предпринимательства. Teşekkür ederim. Türkiye girişimcilikte önemli bir ülke çünkü rekabet çok fazla Türkiye'de. Yani lokasyon olarak Türkiye dünyanın üçte birine 5 saat mesafede bir ülke biliyorsunuz. Турция вообще является страной, в основном до которой добираться всего лишь 3,5 часа на самолете, и предпринимательство в Турции очень хорошо развито, так как очень большая очень много компании, которые также с вами будут вступать в борьбу за место под солнцем. O yüzden biz Türk girişimcilerinin şöyle söylediği bir şey vardır. Türkiye'de başarılı olan dünyanın her yerinde başarılı olur. Поэтому у нас в Турции у предпринимателей есть такая фраза, что если вы как предприниматель стали успешным человеком в Турции, то вы везде сможете стать успешным предпринимателем. Bu çok çok önemli bir kitap. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün okullarda okutulmasını istediği bir kitaptan. В Турции великий Кемаль Ататюрк сказал, чтобы во всех школах ученики прочитывали эту книгу. Эта фраза была взята из книги «В стране белых лилий». И здесь вы можете видеть фразу, которую я хотел бы обратить ваше внимание. Не будьте бездумными, не потеряйтесь в своих бытовых проблемах и в своих обыденных делах. Важно думать о том, как укрепить основы вашего основы государства и как поднять культурный и образовательный уровень народа. Sizler birer girişimcisiniz ya da bir girişimci adayısınız. Каждый из вас является предпринимателем либо же хочет стать им. Hepiniz. Все вы. Bir şirket kurmanız da gerekmiyor bunun için. Для этого вам даже не нужно создавать какую-то свою компанию. Devlette de çalışıyor olabilirsiniz. Вы можете работать в государстве. Özel sektörde çalışıyor da olabilirsiniz. Вы можете работать в частном секторе. Dernekte de çalışıyor olabilirsiniz. Вы можете работать в различных союзах и объединениях. Ama dünyanın daha iyi bir yer olması için girişimci ruhlu insanlara ihtiyacı var. Но для этого мира необходимо, чтобы ваша душа была предпринимательской душой. Girişimcilik bir meslek değil, bir bakış açısı. Я должен вам сказать, что предпринимательство – это не определенная профессия, это определенный взгляд, взгляд на жизнь. Bir iş kolu değil, bir ülkenin refahını sağlayan bir hızlandırıcı, bir motor. Это не ответвление какого-либо бизнеса, это двигатель, который помогает развивать государство и который делает мир лучше. Bu tablo çok önemli, çünkü bugün üniversitede okuyan öğrencilerin %60'ı 20 sene sonra olmayacak olan mesleklere hazırlanıyorlar. Вот этот слайд является очень важным, хочу обратить на него внимание, особенно для студентов, которые сейчас обучаются, потому что, как вы видите на слайде, 60% сегодняшних профессий не будут существовать уже через 20 лет. Dolayısıyla zaman hızlandı. Artık
20 yıl önceki bir yıl bugün 15 gün. 15 günde bir yıllık değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Мир постоянно развивается и ускоряется. Поэтому, как вы видите на экране, можем сделать сравнение, что в 2000-х годах один год эквивалентен сегодняшним 15 дням с точки зрения быстроты роста и развития. То есть, другими словами, 24-летнее развитие сегодня переживается за один год. Artık devletler birbirini 20 yılda, 50 yılda değil, birkaç ayda geçebilecekler. Поэтому сейчас в нашем мире государства могут соревноваться друг с другом и развиваться уже не в течение 50-60 лет друг с другом соревноваться, а в течение нескольких даже месяцев. O yüzden sizin de bizim de Türkiye olarak şansımız yeni dünyada çok fazla. Çünkü genç bir nüfusumuz var, girişimci bir nüfusumuz var ve dünyayı değiştirebiliriz. Поэтому сегодня у нас с вами есть очень много возможностей. Почему? Потому что у нас очень много молодежи и предпринимателей, которые готовы изменить этот мир к лучшему. Bugün aklınıza gelen bir fikir dünyada ülkenizi bambaşka bir noktaya taşıyabilir. Sadece televizyon izlerken aklınıza gelen bir fikir. Ama sadece ertesi gün hayata geçirmek için adım atarsanız, yani harekete geçerseniz. Мысль, которая придет к вам в голову, случайно придет к вам в голову, когда вы смотрите телевизор, может изменить жизнь и статус вашего государства на 100%. И для этого нужно сделать первый шаг уже завтра. Yeni nesil girişimcinin, yani sizlerin tanımı, yenilikçi, yaratıcı, inovatif. Здесь вы видите компоненты правового предпринимателя, которые у вас есть. Özgür düşünebilen, reaktif değil proaktif, sosyal farkındalığı yüksek. Yani girişimci şu değildir. Ben bir iş kurayım, çok zengin olayım. Bu girişimci değil, bu servet avcısı. Все, что вы здесь видите, это действительно настоящее качество и компоненты правового предпринимателя, потому что предпринимателем не является человек, который говорит себе, я сделаю, построю одну компанию и буду очень богатым. Dünyada çok fazla milyoner var. Eğer servet avcıları çözüm buluyorsalardı, dünyadaki o serveti olan milyonerlerin paraları bugün bütün dünyaya yeterdi. Потому что вы знаете, что в мире очень много миллионеров, и если бы действительно эти миллионеры могли свой капитал постоянно развивать и удерживать, то в мире не было бы проблем с деньгами вообще. O yüzden artık kalp liderlerine ihtiyaç var. Поэтому уже необходимы лидеры от сердца. Girişimcilik başarmak demek de değildir. Bir iş kurduğunuz zaman bu iş acaba başarılı olacak mı diye kaygıya düşmeyin. Sadece oransal olarak sizi batırmayacak bir risk alın. Самое главное в предпринимательстве еще что? Не является быть успешным самым главным в предпринимательстве. Предпринимательство является главным подумать, какой процент будет того, что я смогу удержаться на вот этой вот высоте успешности. То есть не обязательно быть вот раз и ты успешный. Нужно обязательно брать риск во внимание. Kaybedeceği kesin olan birisi vardır, o da hiç denememiş olan. И, конечно же, здесь есть человек, который потерял абсолютно все. Это человек, который даже не попробовал. Ben bir işi başardım ama o işi başarana kadar 10 işi batırdım. Я, например, что-то попробовал, стал успешным, но до тех пор, пока вот я добрался до этой успешности, я провалил 10 своих задумок. Ama o 10 işten öğrendiğim tecrübeyle desteti de 10 kat büyüttüm. Но, набравшись опыта из тех ошибок, которые я сделал, не добившись результата среди своих 10 проектов, я получил огромный опыт, который я смог в дальнейшем использовать. Peki, genç girişimci olmak çok mu önemli? Burada yaşı daha büyük olan insanlar da görüyorum. И я хотел бы вам задать вопрос. Является ли важен возраст предпринимателя? Важно ли быть молодым, чтобы стать предпринимателем? Потому что я вижу, что здесь есть люди абсолютно разных возрастных категорий. Hiç önemli değil. Gençken denemiş olursunuz ama dünyada öyle örnekler var ki 40 yaşında, 50 yaşında, hatta 60 yaşında başarılı olan İlk başarısını edinen girişimciler de var. Нет, это абсолютно не важно, потому что будучи молодым, вы можете попробовать себя в предпринимательстве. Но ведь есть и примеры людей, которые добились успеха и стали предпринимателями в 40, в 50 лет, 62 года, как вы видите на экране. Soruyorum. Başarılı olmak mı daha önemli sizin için yoksa mutlu olmak mı? Başarı diyenler sol elini kaldırsın, mutlu diyenler sağ elini kaldırsın. Поэтому скажите, что важно в этом мире самое главное вот для вас? Быть успешным или быть счастливым? Успешный поднимает левую руку, счастливым поднимает правую руку. Süpersiniz.
Икея kaldıranları alkışlıyorum. Я хочу поаплодировать тем людям, которые подняли две руки. Dünyanın merkezinde insan var, insanın merkezinde mutluluk var. В центре мира есть человек, а в центре человека есть счастье. Peki mutluluğun merkezinde ne var? А что есть в центре этого счастья? Birincisi aile. Самое первое это семья. Türkiye'de bazı iş adamları ve siyasetçiler var. Der ki, ben çocuğumu hiç görmeden büyüdü benim çocuğum. Ben çocuğumun büyüdüğünü hiç görmedim. Некоторые предприниматели, бизнесмены и также политики в Турции говорят о том, что я воспитал своего ребенка, абсолютно его при этом не видев. Ben bu insanlara inanmıyorum. Я не верю этим людям. Çünkü kendi çocuğuna faydası olmayanın ülkeye ya da dünyaya faydası olamaz. Потому что человек, который не может принести пользу воспитанию своего ребенка, не может принести пользу стране. Ben bu yaptığım 7-8 tane farklı işimin dışında günde en az 4 saat ya da 5 saat oğlumla vakit geçiriyorum. Hem sabah hem akşam. Как я вам говорил до этого, вся та деятельность, которой я занимаюсь на протяжении 24 часов, в это время я еще могу уделить 4 часа своему сыну и утром, и вечером, каждый день. İkincisi aile. Следующее – это семья, которая уже ваша семья. Üçüncüsü basitlik. И третье – это простота. Sırlardan bir tanesi de ekip, kendi ekibim. Bu çocuklar 20 yaşında. Первый секрет – это команда. Вот эти вот ребята, которых вы видите, им 20 лет. Bu da tanımadığınız insanlar. Bizim sorumlu olduğumuz ama tanımadığımız dünyanın başka yerlerindeki insanlar. Girişimci onlardan da sorumlu. Следующий секрет – это люди, которых вы не знаете, которые работают с вами, которые у вас работают, но вы их не знаете. Вы тоже большую ответственность несете за этих людей. Ben bu arada iyi örnek değilim yani. Benden çok çok daha fazla yapan insanlar var. И я хочу сказать, что есть люди, которые делают больше добра, чем я. Bu da kitabım. İsteyenlere hediye edebilirim. Это книга моя, если хотите, кто хочет, я могу ее подарить. Başarının bir faktörü, bir sırrı da bu. Sizsiniz. Beni İstanbul'dan kaldırıp gecenin bir yarısında ailemle beraber buraya getiren siz. И следующий секрет, который я хочу вам сказать, это вы. Вы, которые подняли меня ночью с моей семьей и привезли из Стамбула сюда. Вы являетесь самым главным секретом. Aramızda bir bağ var. Между нами есть определенная связь. Daha önce görmediniz beni, ben sizi görmedim ama bir bağ var. Вы меня никогда не видели, я вас никогда не видел, но между нами есть определенная связь. Sizi seviyorum. Я вас люблю. Girişimciler ve gençler için yeni bir YouTube kanalı açtım. Burası sosyal medya, buradan takip edebilirsiniz. Это социальные сети, моя информация, вы можете на меня подписаться. Türkiye diye bir ülkeniz daha var. Ben oradan gelen bir kardeşinizim. Hepinizi Türkiye'ye bekliyorum. Hepiniz Türkiye'ye mutlaka gelin. Теперь у вас есть истинный, настоящий, родной брат из Турции. Это я, который всегда вас ждет и готов принять. Пожалуйста, приезжайте к нам в гости в Турцию. Simyacı'da geçen bir cümledir. Ben bütün konferanslarımı bu cümleyle bitiririm. Я все конференции все заканчиваю именно вот этими словами. Bir insan bir şeyi gerçekten isterse, tabiattaki her şey onun olmasına yardım eder. Если человек действительно чего-то хочет добиться и действительно чем-то хочет обладать, сама природа даже ему в этом поможет. Beni kabul ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Türkiye'de her gördüğüm insanı anlatacağım ve hepsinin buraya gelmesini sağlayacağım çünkü tavsiye edeceğim. Çünkü bizim belli başlı ezber, Amerika'ya git, Çin'e git, bu ezberleri bizim bozmamız lazım. Rus insanları soğuktur, hani sizin insan değil mi? Soğuktur. Biz o soğukluğu, içte bir soğukluk olmadığını daha yeni anlıyoruz. Sakın pes etmeyin, asla kendinizi küçük görmeyin. Yapabileceğiniz çok şey var. Dünyayı bir kişi, bir ülke bir kişi değiştirebilir ve siz o olabilirsiniz. Asla ben yapamam, benden olmaz, ben beceremem demeyin. Bir insan her şeyi değiştirebilir. Türkiye'ye bekliyoruz hepinizi.